Не знаю, будет ли это как-то в тему, в общем, мой наряд. Знаете, вот плюс дизайнера в том, что чем, в принципе, ты страннее, тем можно обернуть себе это в плюс. Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. У нас канун сейчас Нового года, точнее, уже, наверное, у вас он наступил. У меня, в общем, только канун. Я хочу поздравить всех-всех-всех с наступающим или уже с наступившим 2019 годом. 2018 окончился. У меня было очень-очень-очень много изменений. Надеюсь, вы тоже провели его очень насыщенно. Скажем так, я неожиданно насыщенно его провела. Вот. Надеюсь, увидимся с вами в 2019 году. Надеюсь, мы с вами еще поработаем. И надеюсь на новые-новые-новые, скажем так, творческие победы. И желаю вам того же самого, чтобы в новом году, скажем так, проекты, которые не были закончены, были закончены. Все планы, которые вы себе загадали, чтобы они начали осуществляться, чтобы по маленьким шажочкам, по маленьким зернышкам, по маленьким мазочкам вы приближались к своей мечте. Вот. И я буду делать то же самое, в общем-то, постепенно-постепенно стремиться улучшаться, да, то есть просто улучшаться, не в режиме быстро-быстро, да, опередить всех, я не знаю, раньше у меня была какая-то такая позиция, наверное, в жизни, что все-таки не то чтобы надо быстрее, а просто во мне было больше вот этого вот огня, что надо работать нон-стоп, ну, собственно, я так и делала, я так и жила. И вот 2018 год меня очень сильно поменял. Если раньше я работала скорее из какой-то концепции страха, что вот надо, а то там, да, я останусь на месте, а все убегут вперед, я отстану морально, материально, там, по всем параметрам, то в этом году у меня так перезагрузка произошла, что я вообще зачем бегу, да, я вообще куда бегу и к чему это приведет, и вообще мои мечты осуществляются, и вообще какие мои мечты, о чем я вообще мечтаю. В общем, да, задумалась о смысле жизни. Кто-то мне писал приятный комментарий, что у меня это возрастное, спасибо, да, что у меня уже кризис среднего возраста. В таком возрасте все задают себе эти вопросы, в чем же смысл жизни. Ну, в общем-то, да, они, наверное, постигли наконец-то меня, в чем же смысл моей жизни или в жизни в общем. В общем, так или иначе, это у нас поздравительное видео. Я всех-всех-всех-всех, то есть свои дорогие подписчики, поздравляю. И желаю вам всего самого светлого, самого лучшего, всего самого доброго. И до встречи в следующих моих видео. Всех с Новым годом и всем пока! Наверное, странности дизайнера делают только лучше. Хорошая у нас профессия. Хорошая у меня профессия вообще. Я могу себе позволить чудить, как хочу. И, в принципе, можно будет всегда оправдаться. Я творческий человек, я творческая личность. Мне все можно, это моя душа так требует и так далее. Конечно, это too much. Но тем не менее, да, камон. Кто сказал, что так ходить нельзя? Кто сказал, что надо обязательно краситься и укладывать волосы? Кто сказал, что это красиво? Может быть, так красиво?